На полную мощность заработала детская поликлиника Усть-Пристанского района. Недавно там закончили капитальный ремонт. Комфортнее стало всем – и врачам, и маленьким пациентам, и их родителям. Ходим с мамой в больницу. Мы приезжаем на автобусе. И вот, там уютно, красиво. В кабинетах поменяли мебель. Стены, они голубые. А в конце они темно-синие. И мне там нравится. В здании перестелили полы, заменили сантехнику, закупили новую мебель и оборудование. Ремонт делали своими силами, собственных средств Центральной районной больницы. Выделили почти 300 тысяч рублей. В ближайших планах отремонтировать помещение женской консультации, кабинеты инфекциониста и фтизиатра.